Приветствую вас. Ну, вообще-то говоря, Наталья, речь здесь идет, очевидно, о том, что человек испытывает чувство стыда, как мне кажется, и говоря вот таким образом, выражая таким образом то, что с ним, ну вот, происходило, да, человек выражал таким образом, он пытается сбросить вот ответственность с себя, да, и как бы, ну, как-то вот продемонстрировать, что это вот что-то такое отстраненное, что-то такое вообще, ну, вообще-то говоря, к нему отношения не имеющего, вот, ну, полной меры. Хотя, конечно же, и вы, и он понимает, и вы, и он понимает, что, извините, здесь как бы это, в том числе и его ответственность тоже. Но очень важно, чтобы сейчас вы не возлагали всю ответственность на своего мужа. Потому что в том, что произошло, в том, что произошло, есть и ваша ответственность тоже. Поэтому очень важно, чтобы вы взяли на себя ее часть. Очень важно, чтобы вы взяли на себя часть ответственности за то, что произошло между вам, скажем так. Это крайне важно, крайне важный момент. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть, вообще, конечно, немного странно, что вас интересует вот только природа его высказываний, природа его выражений, вот. При этом вас, ну, вроде как, не особо интересует то, что делать дальше, да, и как быть с этой ситуацией дальше. Вот. Ну, совершенно очевидно, что человек стыдится того, что сделал, не хочет принимать на себя, как бы, ответственность за то, что сделал. Вот, не хочет признать, что была связь, было его желание и прочее, как он чувствует вину. В некоторой степени, то, что человек чувствует вину, нет ничего хорошего. Потому что, чувствуя вину, человек не способен развиваться, не способен, грубо говоря,
узнавать и понимать для себя что-то новое. И поэтому, в том числе, так важно, чтобы вы не возлагали всю ответственность за то, что произошло, на человека. Вот. То есть очень важно, чтобы вы как бы разграничивали это. Вот. Очень важно, чтобы вы отграничивали это. Чтобы вы увидели, чтобы вы дали понять человеку, что понимаете, что есть и ваша доля ответственности в том, что произошло. Вот. И тогда у вас есть реальный шанс сохранить семью. Только так у вас этот шанс есть. Во всех других случаях, к сожалению, этого шанса у вас практически нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.